находимся в Олимпийском центре имени братьев Знаменских, но интересует нас не совсем олимпийский, по крайней мере, пока вид спорта. Историческое фехтование команды 5 на 5. Кубок «Динамо» 2014. У нас есть вот такие удостоверения, на них написано «Пресса», а это значит, что мы вам все покажем и обо всем расскажем. Кубок «Динамо», оставаясь одним из самых авторитетных в России, в этом году впервые получил и международный статус. Более трех десятков команд собрались под крышей Олимпийского дворца братьев Знаменских, чтобы по-мужски выяснить «ху из ху» в средневековых боях. Я специально не говорю о историческом фехтовании, потому что в схватках используются, например, и приемы рукопашного боя. Удары щитом, шлемом или алебардой вдоль хребта тут обычное дело. Да и подсчета очков как такового нет. Кто остался на ногах, тот и победил. Поэтому и страсти в ристалищах кипят нешуточные. Куски доспехов летят в разные стороны. Не знаю, как с этим справлялись в средневековье, но сегодня очень помогает скотч. Ограждения ходили ходуном. Судьям с трудом удавалось с помощью здоровенных палок поддерживать ристалище в более или менее квадратной форме. Эти же палки помогали рефери как-то управлять вошедшими в раж бойцами. Сразу видно, уже ребята провели по несколько боев, все намного жестче стало. Уже видно, что держатся на одном характере. Власть понял, что команда вроде бы сильная. Случайно не то, сделал не то движение, поскользнулся, оступился, все. То есть как бы, команда сразу теряет очки. Надо из всех сил выручать ребят просто, чтобы не было. Идти вперед и все. Вот я подумал, что ребята надо спасать. Фехтование — это дух. Это когда ты стиснул зубы, тебя нагибают, и ты должен подняться, забороться, выиграть и идти дальше биться. Ничего не болит, все хорошо. Болеть будет завтра, я думаю. Еще одно отличие схваток 5 на 5 от одиночных боев – это сильная тактическая составляющая. При этом на ристалище есть место и настоящим подвигам. После дисквалификации одного из бойцов на два боя команда «Штурмовик» вышла вчетвером и просто снесла пятерку латвийско-израильской команды по цене. А в следующем бою команда под говорящим названием 690 килограммов продемонстрировала дух настоящего рыцарства и вышла против «Штурмовика» также вчетвером. И победила. Мы их поддерживаем. В любом случае мы и, там, и готовим, например, на фестиваль. Но здесь нам не пришлось. И поддерживаем их морально. И сбегаем за доктором, если что. Первый раз в таких соревнованиях. Ну и здесь, как правильно сказано, в воздухе ранты тестостерон. Много мужиков, много горячей стали, холодных голов. А дух соревнования – то, что двигает нашу цивилизацию вперед. Поэтому, как минимум, это способ мирного самовыражения. На высоком уровне, как всегда, в России это, как видно, что уже люди этим занимаются по много лет. Это всегда приятно приехать в Россию на турнир. Организация прекрасная в этом году. Много места, много судей, два ристалища. Просто действительно супер. Мне очень все понравилось. Ожидаемо трудно. Тяжело, но ожидаемо тяжело, потому что уже не первый раз сражаемся с лучшими командами, с Россией, с Белоруссией. It's a dream make a real. It's a dream. I saw many, many Dynamo Cup by YouTube. I can't believe it's right here. It's really, really difficult to try to save it. Who we win, because the level in this list is amazing. I think this is very interesting, a very different kind of action sport. Финал получился по-футбольному валидольным. В схватке за третье место сошлись москвичи «Медвежья-5» и команда «Гонор» из Украины. По итогам трех раундов украинцы вырвали победу и заслуженно завоевали малый кубок. И вот чемпионский бой. Команда «Неистовая пятерка» из Ставрополя и «Партизан» из столичного клуба «Берн» – давние соперники. Не раз они встречались в финалах различных турниров. В этот раз сильнее оказались хозяева. We'll be right back.
счастье. Это был очень мощный турнир, и я безмерно счастлив, вся команда, за то, что мы его выиграли. Это была великая битва. Ну вот и все закончилось, кубок остался в Москве, хотя вполне мог уехать и в Ставрополь, или даже на Украину. А у нас все только начинается, поэтому подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, ищите нас в социальных сетях ВКонтакте и в Фейсбуке, смотрите фотографии в Инстаграме, а мы, может быть, даже еще и Твиттер заведем. Пока!